Все, натянули, уходим. Ну, поехали смотреть, как у нас сосед. Раз, это раз. Бамс, давай. Вот это да, задница-то как огонь. Ну, еще и душем. Все, звезда засветила у нас. Ура, какие мы молодцы. Увидели, какой он красный. Вот это да. Привет, друзья! Начинаем новую игру. Занято. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сосед снова распускает хвост, пытаясь поухаживать за Ольгой. Тем не менее, дама предпочитает изучить китайскую культуру, сомнительные чары соседа. И Вуди постарается, чтобы все так и осталось. Поехали! 3 звезды, минимум 5 максимум. Как достать соседа 2, адские каникулы, серии «Занято». Так, поехали, что тут, велосипед. Старый складной велосипед. Так, Ольга тут кушает, как всегда у нас. У нее что-то в сумочке можно взять, давайте сразу возьмем. Так, ай-яй-яй, держим. Так, отлично, что мы там взяли? Нейлоновые колготки. Нейлоновые колготки слонового размера, да. Так, поехали дальше, что там сосед делает? Ага, он ходил в туалет, так, это похоже ключи какие-то. Так, уходим, пока сосед нас не достал. Так, что он там делает? Сосед с арбузами. Так, тут какие-то шары. О, класс. Это мы точно заменим арбузы. Хватаем. Так, что посмотрим? Кафедра оратора. Сломанный мотор. Так, возьмем ключи сразу. Так, на велосипеде он катается, да? Эх, ма, поехал, молодец. Так, взяли ключи. Что тут можно сделать? Ага. Пока ничего мы не будем делать, пойдем дальше. Так, он идет на кафедру. Ой-ой-ой-ой. Так, он идет на кафедру. Скорее уходим. Успели, молодцы! Так. Ну что? Так. Колготки не купим. Что там? А, о, ядро! Поменяем! Ну. Давай. Вот класс! Вот это да! Вот это будет ему арбузик. Так. Сосед пошел в туалет. Пошли наверх. Подумаем, что там еще можно сделать. Так. Это масленка какая-то. Так, ну на мотор она точно не пойдет. Ну-ка. Нет. Ну-ка, что же там сюда? Нет. Нет, никак. Масленка на мотор. Нет. Так, что же мы будем делать? Ну-ка попробуем. Колготки тоже нет. А, колготки, точно! Колготки мы подсоединили, мотор, электромотор с генератором. Бум! Ай-хе-хе, класс, получил шаром по голове, вот это да! И смотри, у него заработало все, да? Ладно. Так, тут больше ничего не возьмешь, пошли дальше, он на велосипеде пока. Так, идем сюда, так. О, класс, это смазали. Так, что там? Ключом мы тут... Что мы тут можем сделать ключом? Что мы можем сделать ключом? Ай, убегаем! Убегаем скорее, убегаем! Так, о! Ключом мы можем сделать велосипед. Отлично! Так...
Так, так, так. Ну-ка. Хей! Хей, баба! Хей! Вот это громкость! Фотография упала! Вот это да! Знаю, зато мы велосипед сделали. Что тут еще можно сделать? Так, теперь он пошел в туалет, да? Так, бумага туалетная. Интересно, интересно. Что же... Что еще можно тут... Так... Ух, как он тужится, ёлки-палки! Так, бумага. Ага, получил! Вместо слива он получил душ! Здорово! Так, уходим. Уходим. Так, что же, как же, что же тут еще? О! Ну-ка! Что-то у нас звонкое! У вас льется глаза от едкого запаха. Ясно, что же мы с ним сделаем? Ну-ну-ну-ну-ну! Так-так-так-так-так-так-так. Ну-ка, давай-ка покатайся. Вот, точно, мы сейчас на бумагу его намажем. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, пока он тут, ну... Опа! Ай-яй-яй-яй-яй, развалился пополам велосипед складной. А вы как думали, соседушка? Все, убегаем, убегаем скорее, а то сейчас получим. Получим сейчас. Убегаем скорее. Уходим. Уходим, уходим. Но-но-но-но-но-но-но. Так, так, так. Так. Ну давай, потолкай речи. Все, уже фотография упала, мол, задумал. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Ну давай, иди в туалет. Так, это у них получается и туалет, и душ сразу одновременно. Да, интересно. Ух, как он тужится. Ай-яй-яй. Ай, как классно, вот это здорово, представляете, горчица или чем там у нас получается. Одно место вытереть. Да-да-да, злись, сосед. Так, ну что, мы его не разожгли, давайте разожгем. Подожжем до самого упора, чтобы свистон с головы слетел. Давай! Поехали, теперь мы все знаем. Так, уходим. Сразу забираем колготки. Так, берем, 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 берем. Берем, так, держим, держим, держим. Так, отлично, забираем сразу соус. Пошли дальше. Берем ядро. Масленку. Так, пошли дальше. Забираем ключи. Только сначала выпустим соседа, а то не дай бог столкнемся. Ну, пошел сосед вниз. А мы тут же берем ключи. Мы ему сделаем. Мы его разожжем. Свисток слетит с головы. Так, пошли сюда. Поехали. Отлично, как он молодец, как у него классно получается с китайским мечом. Так, ну что, ждем, пока он покатается на велосипеде. И начнем делать пакости. Отлично, как мокой молодец. Ай, ты какой гонщик. Ну иди, ораторствуй там. На китайской стене, а мы пойдем ему менять арбуз. Арбуз заменили. Дальше поломали ему велосипед, еще одна пакость. Чудесно. Идем наверх. Только сначала выпустим. Выпустим соседа.
Все, поговорил. Давай, иди, занимайся своими делами. Мы тоже тут должны кое-что сделать. Так. Ну-ка, вот так вот. Сделали ему еще одну пакость. Поехали. Так. И пока он там будет арбузами заниматься, идем. Так, давай, вали, сосед, отсюда скорее вали. Мы пошли, пока у нас не видят. Тут же делаем раз и два. Вот такие рычаги тут. О, все, натянули, уходим. Ну, поехали смотреть, как у нас сосед. Раз, это раз. Бамс. Отлично. Поехали дальше. Сосед садится на велосипед. И... Бум! Это два. Это два. Поехали дальше. Сосед, поднимайся по лестнице. Давай, иди скорее на кафедру. За трибуну толкать речи. Мы там тебе все сделали, пакости как положено. Генератор работает. Чудеса чудесные. Так, посмотрел, никого нету. Ну давай. Ага, никого тоже нету. Потолкай речи. Хей, вот так вот. Бу, вот так вот. Отлично. Хей. А температура у нас растет и растет. Ай-яй-яй, поломали ему это дело. Не, наоборот, исправили. Что теперь оно все работает? Ох уж эти китайцы, вечно у них все на веревочках. Ох уж эти китайцы. Ну давай. Пам-пам-пам. Уй, как ты тужишься. Давай, тужься. Давай. Ай-хей, вот это да. Задница-то как огонь. Ой, еще и с душем. Все, звездо засветило у нас. Ура, какие мы молодцы. Вы видели, какой он красный. Вот это да. Ну что, друзья, молодцы мы с вами. Ждем вас в следующих сериях. Дальше будет еще интересней. Ждем, приходите. Подписывайтесь.